Почти на 17% до 300 манатов вырастет страховая часть трудовых пенсий в Азербайджане. Распоряжение об индексации подписал президент Ильхам Алиев. Коснутся изменения более 1 миллиона человек. Подробности далее. Около 500 000 000 манатов выделят в текущем году на индексацию трудовых пенсий в Азербайджане. Распорядился об этом президент Ильхам Алиев. Страховая часть пенсии таким образом увеличится более чем на 16,5%. Охватит индексация около 1 000 000 граждан. Предусматривается повышение пенсий на 16,6%. Индексация охватит 93% пенсионеров. Это около 1 миллиона 120 тысяч человек. Средний размер пенсии в Азербайджане таким образом увеличится с 262 до 300 манатов. Финансироваться индексация будет за счет средств Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда. Всего на нужды пенсионеров с учетом реализуемого социального пакета государство в 2019-2020 годах выделит 1 миллиард манатов. Альбина Абдрахманова, Гали Багиров, CBC.